Привет, друзья! В данном видео хочу представить вашему вниманию инкубатор на 750 яиц Бонни, модернизированный, назовем его так. То есть вот он имеет 7 лотков. Главное отличие, отличия у него стоят в первую очередь в контроллере, то есть в функциях. То есть стоит основной контроллер и стоит датчик на яйцо. Плюс датчик на яйцо подключен к вентиляторам, который отвечает за проветривание. То есть в случае превышения температуры яйца также срабатывает проветривание. Оно срабатывает и по превышению основной температуры и влажности. Также оно работает по времени. И плюс здесь я добавил, чтобы срабатывало по превышению температуры яйца. И когда такое будет происходить, если такое будет происходить, то, чтобы не получалось, как бы два контроллера не конфликтовали друг с другом, происходит отключение антенов нагревательных у основного контроллера. То есть, когда идет превышение температуры яйца, отключается нагрев и происходит продувка воздуха. Также здесь сделана усиленная корзина. На вместо мотора переворота установлен актуатор. Установлен более производительный основной вентилятор германского производства. 1350 кубов у него производительность. На влажности стоит на 12 вольт вентилятор тоже повышенной производительности. Защитная решетка. Также он на продувке стоит, защитная решетка, вентилятор. Все. Вот. Увеличено расстояние между стенками и корзиной со всех сторон, то есть и здесь, и задние стенки. И здесь за счет этого более происходит лучшая циркуляция воздуха, равномерная температура на всех лотках. Вот такой получился инкубатор. Вот так выглядит инкубатор, загруженный яйцами. Загрузили 450 петушиных яиц всевозможных. Вам 78 хайбрид конверт, ставропольский микс и 250 валотка снизу, это куриные и сушка. О результатах инкубации я вам отпишусь, сниму видео про это. Всем спасибо, до свидания.